11-летний мальчик Антон Сметанин ушел из дома 18 июля после 6 часов вечера и не вернулся. Поисковые отряды и полиция вчера усердно искали мальчика. Любовь Осипова расскажет подробности. На следующий день после пропажи к дому Антона Сметанина на улице Спортивная подъехали следователи. Вскоре на месте появились и волонтеры поискового содружества «Доброспас Новосибирск». К счастью, мальчик быстро нашелся. Наши волонтеры отряда «Доброспас» расклеивали ориентировки на массиве. И поступило свидетельство, что вот там видели черемушное. Вот мы эту информацию передали полицию, и полиция отправила наряд на прочесывание той местности, откуда дали информацию. Ну и благодаря этому нашли мальчика. Информация о причинах ухода ребенка из дома следственными органами не разглашается. Напоминаем родителям, что в избежании таких случаев необходимо не оставлять детей на долгое время без присмотра, а также знать о том, в каком психологическом состоянии находится ваш ребенок.